Я хочу оставить отзыв о прохождении тренинга Муза Павла Колесова. Меня зовут Татьяна. И так, что значит произошло? У меня стали появляться новые состояния, которых раньше не было. Такие женские, мягкие. Приходит понимание, которого тоже не было раньше. Но это глубокий процесс, и поэтому я не буду заострять внимание на них, а скажу более конкретно. Например, я стала себя чувствовать более достойной, уверенной. Если раньше мне было страшно, как-то вот неудобно, да, попросить у мужчины деньги, то за последние пару недель я дважды попросила своего мужчины и выбрала дорогое платье, которое мне мужчина мой купил на Новый год. Раньше у меня был страх потерять мужчину, и сейчас его нету. То есть я готова потерять, не потерять, а расстаться, потому что я знаю, что я ценная, я уверена в себе, и если расставание произойдет, значит, это к лучшему, значит, будет что-то лучшее, лучшие отношения. У меня пропал этот страх. И еще вот момент, когда покупал мне мужчина мое платье, он знал, что я хочу еще сумочку, и спросил, ну, узнал о стоимости сумочки, я ему сказала, на что мне понравился его ответ. Был спокойный, такой вот, как будто это его решение, такой, да, ответ, что ему нужно больше работать. То есть он понял, что ему нужно больше работать, чтобы мне покупать вот, ну, то, что я хочу, да, потому что мне, кстати, вот стоимость вещей, ну, она в течение года увеличилась, то есть я уже не могу купить себе что-то дешевое, у меня вот прям вот все внутри, ну, не могу, вот хочу вот получше, выбираю лучше. Больше желаний появилось, кстати, на Музе тоже во время прохождения, больше желаний, больше хотелок. И вот то, что я ответила, кстати, моему мужчине, когда он сказал больше работать, что я в него верю, верю в то, что он найдет способ работать меньше, потому что он и так целый день работает, он очень много работает, и больше зарабатывать, то есть меньше работать и больше зарабатывать. Я стала благодаря Музе более эмоциональной, мягкой, нежной. И мне приятно проявлять эти качества. Раньше, ну, на самом деле у меня не было. У меня был выбор вот этот детский, да, что я сама, там, я сама все сделаю, вот как мужчина, да. Вот это у меня было. И что еще произошло? Мужчина начал меня слушать. Он, если раньше он как-то вот не слушал он, то сейчас он меня слушает. Я рассказываю ему сказки. И, вы знаете, он меняет свое мышление. И он меняет свое мышление, он меняется. Он сам меняется. И быстро, причем очень быстро. Я начала вдохновлять его, верить в него, говорить ему об этом. На Новый год мы с ним едем на Мертвое море снова. Мы были в ноябре. И в этот раз он быстрее определился с отелем и выбрал подороже. А я его постоянно мотивирую на это, на новые уровни, на большие заработки. Хотя он у меня, в принципе, уже успешный мужчина. Также я визуализирую, конечно, что и вижу его богатым, вижу, что он мне делает подарки, которые я хочу, и что мы счастливы. Конечно, я работаю над этим и внутренне, да. Так, какие желания, мечты, которые у меня уже исполнились во время прохождения Музы? Это вот дорогое платье на Новый год, в котором я чувствую себя прям королевой, по королевой. Поездка на Мертвое море. Мужчина дает мне деньги на мои расходы, мои хотелки. Я его больше не прошу сделать мне массаж, как я это делала раньше. Сейчас он мне сам делает в бане, когда мы еженедельно ходим в баню, и вот он сам приступает к массажу. Он сам занялся поиском квартиры.
Он мне предложил, кстати, во время прохождения музы жить вместе. И сначала это все на меня навесил, я ищу. А потом вот он взял на себя все-таки решение, думает, продумает варианты, как лучше. Начал чаще покупать то, что мне нравится, но это в основном фрукты, орешки, да, вот такое из еды, какие-то вкусняшки. И просто может иногда даже завести вечером. То есть у нас нет свидания, а вот купил, решил завести. Очень приятно. Сам проявляет инициативу. И вот еще очень важный момент. Дверь машина мне открывает, и чтобы я села в машину, и чтобы я вышла. На днях я ему сказала, что мне это очень нравится. И знаете, какой был ответ? Я никогда этого не делал. Я даже не понимал, зачем. У него не было, зачем это делать. Он даже не задумывался. И он мне сказал, что я молодец, что сделала так, что открывает мне дверь. Вот так. Что я чувствую? Ну, конечно, я чувствую, что это очень... Ну, мне это очень нравится. Мое состояние нравится. Я сама меняюсь внутренне. Конечно, нужно еще раз пройти музу. Я уже хочу пройти музу повторно. Есть над чем работать. Но я уже чувствую себя уверенной, уже чувствую себя женственной, сильной по-женски, нежной, желанной. И я наслаждаюсь, конечно, изменениями и своим состоянием. Мне нравится видеть, что со мной такой мужчина. Я раньше, ну да, ну хорошо, успешный, а сейчас я все-таки больше задумываюсь, насколько он у меня молодец, насколько он у меня успешный, сильный. Я больше на этом заостряю внимание, потому что об этом тоже было в курсе в музе. И я восхищаюсь им, по-настоящему восхищаюсь, не просто внутренне, а я ему об этом говорю, я учусь, я научилась говорить. И, конечно, восхищаюсь собой, как женщиной. Благодарю Павла Колесова за тренинг, он по-настоящему волшебный.